Друзья, всем привет! Продолжаем тесты, которые были у меня начаты в Германии по материалам Леклер. Сейчас мы находимся в Москве, в учебном центре. У нас есть, в принципе, возможность протестить не методом научного тыка, использования техничек, то, как мы их можем сами понять, а то, как нам расскажут это, собственно, те, кто учит людей работать с этим материалом. Сегодня у нас, в этом, точнее, видео, не сегодня, сегодня будет много тестов, но в этом видео новый капот, новый элемент, который надо окрасить с двух сторон. Краситься он будет, конечно, не на продажу, на установку машины, но этот элемент новый, и он должен будет уйти как новый. Все обезжирено, протерто липкой салфеткой, но еще тут кое-что попротираем, потому что в камере, кстати, видно, реально он еще не дотерлим. Да. То есть, что мы будем с ним делать? Капот, вот как сейчас есть, там подтирается только загрязнение водной смывкой. И будем с ним работать вот так, как он сейчас есть. То есть с капотом никаких действий в плане перетираний, еще чего-либо делаться не должно, правильно? Да. Так, что у нас будет использоваться? Ну, мы сейчас покажем материалы, которые есть у Владимира в Германии, да, но до которых у него не дошли руки. Да, у меня руки не успели дойти. Значит, для данной детали мы будем использовать грунт мокрый по-мокрому. МФ-302 белого цвета. Что данный материал может дать людям в работе, для чего он может быть полезен? Во-первых, ну, помимо того, что этот грунт мокрый по-мокрому, этот грунт имеет прямую адгезию к неотшлифованному КТФРЗу. То есть, если у вас деталь, так в данном случае нужного качества, надлежащего качества, вас устраивает поверхность, то обрабатывать ее никакими абразивными материалами не надо. Помимо этого, в данном материале существуют антикоррозионные присадки. Что это такое? Это значит, что если вдруг на детали обнаруживается какой-то след неправильно нанесенного КТФРЗа или дефект при транспортировке, вы можете спокойненько его подшлифовать, да, сделать плавненький выход и, не используя дополнительные антикоррозионные компоненты, просто непосредственно нанести этот материал на данный протир, ну, вместе, соответственно, с деталью. И все будет хорошо. То есть у него точно такая же барьерная защита с антикоррозионными пигментами, как в эпоксидном грунте. Вот. У этого материала прямая адгезия к цветным металлам и, соответственно, к обычным металлам. То есть цинк, гальваническая сталь, обычная сталь, оцинкованная сталь. То есть, ну, как хотите, так комбинируете. Вот. Помимо этого, как дополнительным бонусом, но именно дополнительным бонусом, не надо использовать его постоянно в работе, да, данный материал имеет прямую адгезию к неотшлифованным лакокрасочным материалам. То есть, если у меня есть где-то глянец, закрался, ну, например, если бы этот капот был бы окрашен только лишь... То есть, он был бы окрашен полностью, но мне надо было окрасить его целиком, я бы обрабатывал только лишь наружную поверхность, непосредственно шлифовал, подготавливал его для надлежащего качества. То есть, что можно сделать? Можно очень быстро окрасить одну или несколько новых деталей, минимизируя собственные затраты на абразивные материалы и на время. Вот. Так как эти материалы обладают очень большой укрывной способностью, у них плотность 1,84, то есть это больше даже, чем порозаполнителей. Да? Соответственно, их вязкость такова, что там в полтора слоя, мы это сейчас покажем, белый грунт способен укрыть черную поверхность до непроницаемого состояния. Ну, да. Так, по поводу смешивания грунта, как бы единственное из того, что неудобно, ну, не совсем привычно, это смешивание у этого грунта только по весам, потому что у него плотность большая, да, получается? Очень, очень большая. Почти плотность, двойка, да, и по линейке, ну, правильно не смешать. Лишнее. Ну, мы здесь просто смешаем, да, больше, чтобы точно не доразводить в конце. Да, да. Все равно будет через весы, все пройдет, посмотрим, посчитаем, да. Да, примерно прикинем. Я все сниму. Да. Так, у нас получилось 415. Граммов, ну, плюс-минус, да. То есть у нас получается 44 грамма надо отвернуть. То есть, ну, видно по юбке, да, сколько налито. Ну да, вон еле-еле только укрыло. Не, ну чисто теоретически вот 10 к 1 видно, что компонент А, компонент Б, но это надо высчитать. Понятно, что если постоянно разводить одну и ту же объем, то где-то на линейке можно отметку сделать. В конце концов, маленькие бытовые весы. Маленькие, да, бытовые весы, тем более сейчас есть с точностью до десятки грамма. Так же, такой, да, так же, как и тут. До грамма будет. Да, то плюс-минус грамм. Достаточно.
так, у нас было 400 граммов, возьмем 40 на 100, то есть 160, да, 160 грамм? Да, 160 грамм. 160 грамм наливаем. Разбавитель это стандарт? Да. Медиум, медиум. Ну, в Лехвиле вообще как он один идет. А, то есть там отвердитель быстромедленный. Да, делится. Отвердитель быстромедленный. Нет, есть, так, 160, да? 160, да. У нас тоже есть быстрые и медленные разбавители, но, как правило, их температурный диапазон, да, даже вот у этого, он пересекается от 18 до 35 градусов. Угу. Смысл использовать медленный, но только если совсем радикально жарко, тогда да. А так, понятно. Один разбавитель, один стандартный отвердитель, все. И никаких проблем. Да, все за это. Я не знаю, там было, конечно, хорошо или не было видно. Да, мы еще пока не начали размешивать. Вот смотрите, плотность грунта какая. Вот. То есть, понятное дело, все равно, что разбавитель-то попал как бы уже сверху. Но тем не менее. То есть, концентрация хорошего порозаполнителя. Но это мокрый по мокрому. Да, и будет наноситься. Какая-то дюза сейчас будет? Здесь 1,4. Так, да. А пока размешивайте по лаку. Что это будет? ML920, да? Да, ML920, тот, который, собственно говоря, ты там у себя пробовал. Ага. Хороший ультра-ХС лак. Ультра-ХС, то есть сверхвысокое содержание сухого остатка. Что угу. можно сказать по поводу плюсов использования в условиях гаража, не гаража, дилеров, не дилеров? Очень большая толщина пленки, то есть реально с полутора слоев, да, то есть по схеме один опыльный и один незамедлительно полный, толщина получается 58 микрон, ну, плюс-минус, да, но тем не менее, да, ну, 55 даже, если возьмем. Очень быстрое нанесение, да, хорошая поверхность, можно сделать глянец, можно цементировать некую шагрень, да, если, например, сделать определенную выдержку между там первым и... Ну, скажем, половинчатый. Ну, короче, если сформировать. Да, да, да. Дать им, дать так, ей как хочется, да. Угу. Можно нанести в полтора слоя по схеме. Первый слой процентов 60 полного, да, 5-7 минут выдержки, дать еще один полный слой. Толщина пленки получится порядка 78-80 микрон. То есть это уже толще, чем все существующие лаки, вообще, которые только могут быть. Вот. Шагрень получается европейская, такая глянцевая, красивая, вот, с розливом. У лака есть, не знаю, как назвать, дополнительное преимущество в том, что он в течение 4-5 минут совершенно спокойно поглощает в себя пыл. То есть, если вдруг где-то нам надо долачить, не понравилось что-то, да, или опять же вентиляция слабая, ничего страшного, то, что падает на поверхность, да, совершенно спокойно туда впитывается и... Угу. На поверхности в виде опыла не появляется. Вот. Сохнет при, ну, да, опять же, все как бы продукты сертифицированы под 20 градусов, это минимум, увы, да. Сохнет при 20 градусах ночь, то есть берем его утром, трогаем пальцем на отлив. Ну, как бы палец немножечко. Ну, я пробовал, по крайней мере, просто оставлял. Да, палец остается, но тем не менее, можно взять совершенно спокойно полторашечку. Полторашечку, ну, сухую, режется, наждачка не забивается, ничего. Ну, это я проверил, да. То есть за ночь высыхает нормально. Да. Было где-то, может, плюс 14, там, 13. У кого есть камера, у кого есть инфракрасная лампа, там в ТДСах, в принципе, описана вся ситуация. Полчаса сохнет в камере. Используем мы быстрый отвердитель ML905, потому что реально между, скажем так, быстрым и обычным разницы нету. То есть по свойствам никак не меняется. А вот разница во времени сушки, что естественной, что камерной, она достаточно существенна. Да? Ну там в 10 минут получается. Если камерную сушку брать, ну соответственно, если брать естественную сушку, то тоже немножко побыстрее. 10 минут времени, нашего времени, да, это... Наша зарплата, наши деньги. Поэтому тут делай больше, кидай дальше. Так, этот грунт наносится как? Этот грунт наносится двумя способами. Либо в один слой, если этого нам достаточно, да, толщина получается порядка 35-40 микрон. Или в полтора слоя из серии один опыльный и один незамедлительно полный. Толщина получается порядка 45 микрон, как раз демпфер, который рекомендован заводом-изготовителем. Эта система способна вписаться в заводскую толщину, то есть там 100-120 микрон совершенно спокойно, если выстраивать всю пирамиду.
полностью. Лак можно нанести в один слой. У него достаточно толщина, то есть в пределах 50 микрон, так как рекомендуют заводы-изготовители. То есть 40-45 микрон наш грунт, 50 микрон, соответственно, наш лак. Ну и там плюс-минус 20 микрон, краска. 25, да, базовая краска. То есть в 100-120 микрон можем уложиться. Вот. Так, подшлифовке. Его реально через сколько подшлифовать? Значит, если у нас достаточная температура на поверхности, то есть 20 градусов. Ну, понятно, 20 градуса. Через 10 минут мы можем уже взять суперфайн, ультрафайн, что там нам надо, да, абразив на ближайшей градации, и соринки, мусоринки подобрать. Если дефект, мы пропустили, да, несколько более глобальный, то минут через 25, ну, возьмем 25 с запасом, да, естественные сушки, не включая камеру или там не поддувая пистолетами, не включая инфракрасные лампы, можно уже взять абразив градации P400, надеть его на шлифок или надеть его на машинку эксцентриковую, да, и потихонечку сточить то, что нам не нужно. Этот грунт мы сможем показать? Конечно же. Ну, насчет эксцентрикового... Хотя бы суперфайн, файн там, ультрафайн. Конечно. Этот грунт можно использовать в качестве порозаполнителя. Ну, к примеру, что-то пошло не то, да, совершенно спокойно можем положить 3 слоя. И выложить. Оставить. Да, оставить, и все. То есть, грубо говоря, если мы планировали, но что-то не получилось, мы долили и оставили. Да, да. Тут высушили также полчаса при 60 или инфракрасной лампой, соответствующей там. Ну, либо на ночь оставили. Да. Да, да, все. Единственное, только он шлифуется, конечно, немножко более вязко, поскольку он именно мокрый грунт. Это полноценный мокрый грунт. Это не гибрид, который работает в версии именно порозаполнителя, но мокрый по-мокрому с увеличением... Разбавителя. Да, да. То есть, это вот именно полноценный. Из-за того, что у него две химические адгезии, то есть ему не нужна риска для того, чтобы прилипнуть, и, соответственно, не нужна риска для того, чтобы к нему что-то прицепилось, а он имеет более такую ярко выраженную химическую структуру, вот именно эластик. Вот. Ну, понятно. Все, сейчас включим камеру. Ну да, будет чуть-чуть шумнее, но нам теперь важен процесс. По сути, мы обсудили все, что нам важно, теперь надо только посмотреть, насколько это эффективно, быстро. А, и время засечь обязательно. Время. Да, не только время, надо еще завесить. А, веситься, да. Зависим. Вешать будем вместе с пистолетом. Завешиваем его, значит, на весах. 1320 грамм. Надо записать где-то. Так, по времени мы не засекли вообще. А на одну час надо хотя бы засечь. Сколько времени затрачивается на... Ну да, времени. Не, ну не прям, я имею в виду в секундах, а вообще полная краска, сколько у нас займет. Ну, допустим, добавим на внутрянку со всеми делами еще там 5 минут, да? На самом деле вертолет, она неудобно, да. Неудобно, много ребер, да? Не, ну по факту, сколько сейчас времени? Сейчас дело просто, да. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня времени займет вот здесь, ну и просто умножим на 2. Добавим потом. Тут так, ну вот сколько у нас, 40 минут хватит на полный от красном? Вместе с базой, с лаком, да, конечно. Минут. Через 10 минут мы подшлифуем пылинку, соринку. Ага.
нанесем базовую краску, покажем. А сколько сейчас времени вообще? 10.57. Ну пускай даже 10.50 мы начали смешивать грунт и наносить. Ну там 7 минут, я думаю, вполне достаточно, чтобы смешать и нанести. Да. Быстро-быстро получается. Быстро. Не, ну, если учесть, что мы вычитаем отсюда время, затраченное на обработку. Перетирку, вот, да. Если вот здесь еще как бы все просто, то с внутрянкой возникнут вопросы. Ну, очень много ребер, очень много острых краев. Ну, просто очень долго. Понятно. Там нули. Завешиваем пистолет. 835, а было кило 320. Сейчас, это 300, и тут почти 200. Кто нажал? Ну, 500 грамм, 490. Ну, все равно лучше пересчитать. Хорошо, согреть. Значит, получилось 486 грамм. Да. 486 граммов. Надо. Там больше одного квадратного метра с одной стороны. Да? Ну да. То есть там примерно где-то, наверное, метра, около полутора метров квадратных. Значит, получается, ну, грубо возьмем, 2800. Ну, вот и смотрите. 400, ну, по 125, где-то по 130 грамм на метр. Да. В один слой. Да. Угу. Прошло 10 минут, сейчас берется наждак, и мы будем что-то, ну, якобы подтирать. Я тут попробую пальчиком все сухо. То есть сейчас какой будет наждак? Ну, я взял ультрафайн. Ну, мелкая. Да, то есть у нас мы немножечко перетасовали. Ну, на... Увлеклись, да. Беседой. Ладно. Опять же, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да. Ну, минут где-то сколько? 13, да? Что? А, 12. 12 минут прошло. Все прошло. Ну, я уже попробовал. У нас все, да, сухая поверхность. Теперь я, ну, не знаю. Да, ну, не важно даже, что... А, ну, секунду. Больше. Это. Это сейчас... О, отлично. Сейчас все. Я поймаю секунду ее. Где она, во-первых, я ее не вижу на камеру так. Значит, что бы я порекомендовал? Прежде чем шлифовать этот, да, материал, есть. Надо взять обязательно липкую салфетку. Потому что вот этот опыл, который будет получаться шлифованным, да? Ну да, он... Если его оставить, он все равно туда влезет. И он уже станет... А, он прилипнет. Да, то есть его сразу надо убирать. Да, то есть что мы делаем? Мы берем козявку. И сразу убрали. И протерли. И еще желательно губку протереть. Еще разок. А ну сейчас протереть поверхность, и что там на наждаке осталось? Оно? Есть, ну, прилипание? Нет, есть, конечно, безусловно. А, ну, он то есть вытирается, нет, да? Нет, конечно, да, нет, он убирается. То есть вот этих вот татушек, как обычно бывает, нет. Продукт же должен абразивно где-то оставляться. Ну да. Но он остается здесь, это же не корозапомнитель. Вот, тем более, что процесс именно полимеризации у него еще не закончен. Ему, чтобы высохнуть, надо, если вот таким способом, то 5 дней. Ага. То есть в течение 5 дней он способен к себе что-то прилепить. О, я нашел. Ты нашел. А еще бы мне бы увидеть цены, бы мне ладно. Я это не вижу, ну ладно. Есть, ну, я могу это... А, вот это черный. Да, появился. Да. На камеру ее не видно, сразу говорю, поэтому... Не, все, ее нет. То есть я еще чуть-чуть шлифану. Ну, то есть тут самое главное... Для, ну, как для меня и для посмотреть, кому интересно, это что он шлифуется. Он шлифует. 10 минут, да, в камере, да. Нормальная 20-градусная температура. Да. Не холодно. Не холодно. Если кто-то считает, что так, это может быть слишком быстро, ну, подержите. Ну, подождать можно. Подождите, да. А так, по факту, если как бы есть идеальные условия, то через 10 минут он уже готов к нанесению. Да. Надо базовой краски. Ну, белой, ну, хотя бы 3 слоя сольвента. Ну, я меньше 3 не рискнул бы, честно. Смотрим, да? Смотрим, да. Значит, что получается? У нас есть белый грунт, у нас есть белая база. Я сейчас сделаю хитрый номер. Я его окрашу по диагонали в переход, потом покрасим весь целиком. Посмотрим, насколько отличается базовая краска от грунта, насколько это эффективно работает, насколько он позволяет сэкономить самый дорогой материал во ремонте. Ну да. То есть, в принципе, для того, чтобы его окрасить полноценно в цвет, достаточно одного слоя.
То есть очень эффективно на трех слойках. То есть белых. Один мокрый и хватит. Один мокрый, да, в принципе, хватит. Да. ПГУ, те, которые делают белые Шкоды. Тойоты 0.40 да, тоже. Да. То есть то, что связано с белым цветом, это просто панацея. Потому что укрывать серый грунт базовой краской, это долго и дорого. Согласен. Вот. Более того, если использовать его именно как подложечный, да, то есть, во-первых, при пробое будет именно белая база, ой, белый цвет, а не белый, а не серый грунт светится, это раз. Во-вторых, нет необходимости, если как бы у нас есть вопрос о том, чтобы окрасить белым цветом, нет необходимости подготавливать скрупулезно поверхность. Если бы это был порозаполнитель, деталь после ремонта, то вполне достаточно сделать поверхность, подобразив P280, P320 под машинку. Все. Данный грунт укрывает хорошо рисочку абразивом, начиная, ну, я бы рекомендовал с 280, а так 240, если где-то что-то обманется, ничего страшного. Да, лак густоватый. Очень густой. Да. Наливаем. Так. Один П. И 15% разбавителя я просто рекомендую. Он так получше растягивается. Ну да, поскольку лак густой, туда... Я такой пробовал 10, а потом такой думаю, ну да, лучше было больше. Да, лучше. Потому что я прямо второй слой, когда пробовал на Аудюхе, я прям, ну, вбивал, вливал, чтобы... Ну тут, в принципе, на самом деле, тоже самый шагрень, можно... Ну, первым слоем. Вязкостью, можно вязкостью. Можно не только, скажем, временем поливеризации там первого слоя, да, но и вязкостью. Сделать его чуть погуще. Вот, не так, надо. Взвесить. Мы можем как взвешивать, а можем оставить вот так. Ну, в принципе. У нас животное 600, да? 500 миллилитров. 500, да. 500 миллилитров. Расход, ну посмотрим потом также. Ну да, у него принцип плотность единицы, поэтому что 2 к 1 там, что 2 к 1 здесь. Ну да. Как база, и потом прям сразу, то есть если сверху опускается, сразу и тут же вверх, и все. Главное показать, сейчас я так со стороны, чтобы было четко видно. Первый слой можно было положить чуть толще,
ну, раза в два толще, дать ему минут 5 выдержки, потом сверху положить еще один. Ну, это если шагрень формировать. Ну, да, то есть тут на откуп мастеру. Хочет он сделать так, значит делает так. Не хочет он делать так, не хочет он делать так. Ну, капоты тоже, кто как делает. Вообще, есть такое обычное мнение, да, что горизонтальные детали на машине красят горизонтально, вертикальные красят вертикально. То есть, в принципе, капот выгодно красить горизонтально. Вот. Предположим, что все, вот мы как бы отлачились, да, вот нам все хорошо, все устраивает. Но, не знаю, условно говоря, вот здесь нам не нравится шагрень, она у нас отличается, ну, да, чем там, да. Нам надо долачить. Как правило, если я начинаю лачить, а пыл, который летит, ложится сюда на деталь, уже вряд ли уходит. Шершавенько лежит, приходится хотя бы трезачком потом проходить. Ничего страшного, я здесь вот возьму для эксперимента вот так сделаю. Вот так. Сейчас подождем чуть-чуть. Ну понятно, время. Да, надо. Да. А сколько сейчас времени прошло? Работать без 10 начинали. Вот, ну, за 40 минут, то есть у нас полностью сделанный процесс с тем учетом, что мы не просто работали, а мы объясняли, мы показывали, то есть все это время я снимал, как смешивалось, что там, куда, то есть вот 40 минут ушло на все. Не берем во внимание, что есть сушка или у кого-то ее нет, то есть сушка — это уже проблемы лично каждого. У кого она есть — хорошо, у кого ее нет, ну что ж, просто времени на сушки добавите. А в принципе уже разбегается пыл. Да, рассасывается он. Ну да, если бы это было в гараже, можно было уже оставить его и все, и идти уже. Да, идти и уходить. Да, идти уходить. То есть покрасили на ночь, да, оставили и ушли. А так мы за 40 минут, теперь, если есть возможность... А, во-первых, сколько осталось? А, сколько осталось? Да. Потом посчитать из того, сколько осталось расходы, и примерно, исходя из цен, посчитать реальные затраты. Ну, было 500, осталось, ну, почти 100. Ну, 75, 80. Пускай, да. Ну, да. 80. Ну, 75, 80, 80. То есть 420 грамм где-то расход на два элемента, потому что с двух сторон. Получается, как, если в среднем брать там, ну, условно, да, вот это вот, вот метр. Ну тут полтора квадрата на капоте. Полтора квадрата, да. Полтора плюс полтора — это 3 квадратных метра, а сами считайте там по расходу, чтобы мы тут не заморачивались. Ну, в принципе, этим объемом это 2 лицевых капота было залито сейчас. Ну, формально говоря, да. Ну, в один слой, то есть изнутри, да, снаружи. Здесь можно вообще в один то же самое делать. Ну да. У него толщина получается тоже такая же, как у обычных материалов. Угу. Ну, обычных ХС материалов, так назовем. Не будем никого обижать. Ну, понятно. Ну, то есть даже вот пускай 420 грамм, да, это по 210 грамм на капот. Ну, мы замеряли в среднем. Не будем лукавить, я бы на Ивате меньше сделал. А у Ивата, я сразу говорю, да, она действительно менее расходна, чем Сата. Да, это прям однозначно. Но все равно, вот это, в принципе, это реально прожорливо, тем более это четверка РП-шка. И он 1,4, да. И всегда все на полную. На максимум, ну, да, вот 220 грамм, 210 грамм на элемент. Так, итого. Меня хоть и просили, говорят, ну ты сильно не показывай цену, потому что это реально выше написано, чем по идее есть на рынке. Но все-таки, вот лаки, вот грунты, которыми мы пользовались. Это цена в рублях. За литр готовой смеси, учитывая, вот тут вот отмечено, что это вместе с использованием разбавителя. То есть это реально готовая смесь по пропорции. Литр лака — 992 рубля, литр грунта — 1555 рублей. Лака у нас ушло 420 грамм, грунта 486 грамм. Базу мы не считали, но тут не больше 200 грамм, потому что полтора слоя, их просто не получится вылить за это время. Базу — это считайте каждый сам. Кто-то с подбора, кто-то с банок мутит. То есть я базу считал на таком условии, что клиент ее привозит сам. То есть не наша это забота. Лака — 416 рублей. Грунта — 755 рублей, это капот с двух сторон. Две салфетки — 10 рублей, это для ленивых. И обезжирки, ну максимум на 20 рублей я сюда вылил. Именно все в рублях. 1201 рубль, это окрас капота с двух сторон, по времени на который затрачено 40 минут. За 40 минут и 1200 рублей
мы выполнили работу, которая стоит, средняя рыночная цена такой детали 10 тысяч. По России берем. Я не беру сейчас глубинки деревень, где люди бесплатно работают. Мы берем за нормально, качественно выполненную работу 10 тысяч, пускай даже с краской, из них краски вам надо, и еще на пускай даже 1200 рублей, если самый дорогой подбор брать по 600 рублей, то это получится 2400 рублей у вас ушло на материал. Это значит, вы заработали 7600 рублей за 40 минут. Опять же, я не принимаю во внимание те условия, сколько у нас сох этот капот, потому что у кого-то нету сушки, кому-то пришлось оставить на ночь. Но именно самой работы выполнено 40 минут. Мы ничего не перетирали, мы просто все обезжирили и покрасили. Такие вот дела. Поэтому посчитать, что вы бы сэкономили, делая это все через грунт-наполнитель, я сейчас, в принципе, могу взять еще на листочке, примерно написать, сколько бы у вас ушло наждака в деньгах, а грунта по дешманской системе, да, который надо перетереть, и всего остального. В принципе, давайте я сейчас это сделаю быстрее. Так, ну что, минут 5 я потратил. Я посчитал в таком бюджетном варианте, то есть половина полоски 320-ки. Я брал, правда, хороший наждак, тот, которым я работаю, ну тот, который реально в эти количества влезет. Пол евро, 3-4 круга, то есть 3-4 евро, ну это где-то 300 рублей берем. Далее, грунта дешманского среднего качества, дешманского грунта, надо, чтобы залить вот эту вот поверхность с лица. Обращу внимание, только с лица, то есть я в экономии посчитал. 400 рублей готового продукта, то есть с разбавителем. Далее, после того, когда мы будем к покраске готовиться, у нас где-то по-любому будут протиры. По практике скажу, что на капот, чтобы все протиры после перетирки машинкой закрыть, нужно от спектраловского, возьмем так вот, как то, чем я работал в последнее время, где-то четверть баллона. Это где-то там 150-120 рублей, то есть туда-сюда. Далее, салфетки, ну, на двадцатку примерно, обезжирки примерно на 40. Скотч-брайт, ну, один кусок, то есть половинка от полного, где-то 15 рублей. Краску я написал, если подборную брать, но ее не берем сейчас во внимание. И лака я посчитал именно даже вот этого лака, который вне бюджета, скажем так, чуть-чуть выше, 416 рублей. Если вы будете делать двухслойным лаком, и я реально сейчас пересчитаю, тут еще больше сумма выкатится. То есть чисто по расходу материала 1341 рубль, 1200 рублей. То есть тут на 140 рублей, что-то я заикаюсь, в этой ситуации на 140 рублей дороже, и не применяя принудительную сушку, на 2 дня дольше. То есть мы на ночь загрунтуемся одного дня, на ночь другого дня залакируемся. Вот она как бы такая простенькая разница. Если реально вдаться еще глубже в эконом бюджет материала, то получится еще дороже. И причем качество при этом деле уходит вниз, вниз, вниз и вниз. Дальше, из того, что я не считал, и сейчас просто обращу внимание, что грунт я посчитал небольшой объем на лицевой стороне. Если уходить на спину, ну, изнутри грунтовать, то грунта надо больше в два раза, ну ладно, в полтора раза, там не так слоев, но надо добавить сюда наждака файна, который не из дешевых, файна и супер файна, и надо сюда добавить скотч-брайта, причем скотч-брайта прилично надо добавить, надо сюда к этому потом добавить время и все остальное. И это чтобы сэкономить краску, потому что если подложку не кинуть на капот вовнутрь краски, реально уйдет пол-литра. Пол-литра подборной по 600 рублей – это 3000. Это тогда вообще вне бюджета укатывается. Вот такая вот фигня. Для чего все это вот я реально взял и посчитал? Кто-то уже написал, молодцы, поздравляю вас, что меня купили, я тут продался. Да, за костюм подготовочный, красивый, продался. Только это слишком дешево себя ценить называется, да? С какой целью? У любых премиальных материалов есть вот эта вот выгода. То есть мы можем работать быстро, не потеряв в качестве, и экономя. То есть мы реально экономим. Я вам специально на листочке это расписал, потому что как ни объясняй, лично каждому сложно донести. Поэтому вот
максимально для всех. Чем себя хорошо в этом плане позиционирует Лехлер, то что вот мне реально показывает, да, смотри, есть лак, мы им работаем, ты его вот пощупай, возьми, потрогай, это уже сушка прошла, возьми, пощупай, потрогай, то есть как тебе там, нравится, не нравится, да, нравится, да, хорошо, да, грунт мокрый по мокрому, да, вот шагрень, капот вообще не готовился, вот такая вот шагрень, да, у меня такой результат, честно, нравится, тем более за эти деньги, нравится. Чем они, компания Лехлер, себя относительно конкурентов, я сейчас не буду, значит, перечислять конкурентов, их позиционирую, тем, что они в том же качестве держат более низкую цену. Но это произошло из-за кризиса последних годов. Они реально снизили цену там что-то на 20% относительно прошлого. Поэтому они вышли из конкурентного ряда, когда они стояли в одном, там, допустим, со шпицом конкурировали и так далее. То есть они сейчас снизили цену, и, само собой, это им как бы в плюс. На этом они сейчас и играют. Как бы вот исходя из этого, и можно сложить мнение и впечатление о материале. То есть по цене доступно получается, даже дешевле, чем бюджетом работать. По скорости выше, по качеству все классно. Ну, все равно, те, кто диванные воины, вам флаг в руки, работайте дальше дешевыми, высококачественными. Долгосохнущими материалами, но мы будем максимально людей переводить из дешман рынка в, ну, назовем так, в небюджет материал, но с хорошим качеством, хорошим показателем скорости и цены. На этом на сегодня видео все. Всем спасибо за внимание. Кстати, оцените там, как качество лучше, не лучше стало, потому что я сменил себе технику для съемки, но с ней не совсем удобно снимать. Такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Всем пока.